Прощен, но не реабилитирован. В судебном участке номер 2 Фрунзенского района прошло рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении Алексея Колобродова, генерального директора саратовского пиар-агентства «Общественное мнение». Он обвинялся сразу по 2 статьям Уголовного кодекса – угрозе убийством и избиение собственной жены Светланы Федоровой. По версии следствия, ночью 21 мая Алексей Колобродов в состоянии сильного алкогольного опьянения жестоко избил и угрожал убийством своей супруги. По ИТЭСе пресс-секретарю администрации Октябрьского района Светлане Федоровой. От расправы женщину спасла соседка, которая пришла в квартиру на крики. Потерпевшая была госпитализирована в одной из больниц областного центра. Медики зафиксировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей носа. Несмотря на это, адвокат Светланы Федоровой Юлия Исаева заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Подсудимый примирился с потерпевшей, загладил причиненный вред. Указанные обстоятельства даются основанием для удовлетворения заявления о прекращении производства по делу в связи с примирением сторон. Основание предусмотрено статьей 25 УПК РФ. Меру пресечения Колобродова отменить, меры безопасности в отношении Федоровой Светланы Андреевны отменить. Постановление о прекращении дела, отметила судья, не является для подсудимого Колобродова реабилитирующим основанием.